Прокуроры назвали причину коммунальной аварии, из-за которой затопило Свердловский тракт. Все дело в трубопроводе. ЧП произошло в мае. Сообщается, водой было залито 5000 квадратных метров. Автосалоны эвакуировали людей с места ЧП. Прорвало трубы. С КТС. Эти кадры сняли очевидцы. В мэрии Челябинска уточнили, температура воды не превышала 40 градусов. Подводный обстрел попали и трамваи. Пошло на трамвайную линию. Сейчас мы, наверное, увидим, как трамвайчик у нас пойдет через кипяточек. И вот проверка показала, что организация не обеспечила безопасность во время гидравлических испытаний теплосетей. Произошло повреждение обратного трубопровода. Руководитель компании «УСТЭК Челябинск» получил прокурорское представление. Без горячей воды тогда остались почти 1900 домов.